22 апреля. Память мученика Гавриила Фомина, мирянина. Гавриил Харитонович Фомин родился в 1882 году в селе Ивачево Зарайского уезда Московской губернии в крестьянской семье. С юности исполнял при церкви обязанности сторожа, помогал священнику, пел на клиросе. В 1925-1926 годах жил в селе Городец Коломенского района, где также прислуживал в храме. В 1928 году Гавриил Харитонович был лишен избирательных прав, а в 1932 году арестован и осужден на 3 года за невыполнение обязательств по сдаче хлеба государству. Все его имущество было конфисковано. После освобождения Гавриил Харитонович стал жить в селе Сушково, помогая в местном храме. В 1938 году арестован по обвинению в распространении контрреволюционной клеветы. Все обвинения Гавриил Харитонович отверг. Были привлечены лжесвидетели. По окончании следствия Гавриил почти год находился в таганской тюрьме, а затем был приговорен к 5 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях и 3 годам поражения в гражданских правах. Скончался Гавриил Фомин 22 апреля 1942 года в Унжинском лагере НКВД и был погребен в безвестной могиле.